24 апреля из СНТ Бор Калининского района Тверской области в дежурную часть позвонили граждане и сообщили, что нетрезвый водитель на автомобиле «Нива» хаотично двигается по кооперативу. Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение. Около 18:30 автоинспектора задержали мужчину-водителя автомобиля «Нива». Куда вы ехали-то? Куда? Да, куда ехали? А? Уехали. Вы где живете-то вообще? Сами родом откуда? Как здесь все оказались-то? Расскажите, пожалуйста. Угу. Вы же прописка улица. Да. Вы понимаете, что в таком состоянии находитесь за рулем-то? Да, да. Куда ехали-то? Куда ехали-то? Давай, водитель, 69-12. А? Товарищ водитель, куда ехали? В отношении водителя сотрудники ГИБДД составили административные материалы по части 2 статьи 12.26 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и части 2 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Мужчина уже попадал в поле зрения сотрудников полиции. 23 июня 2019 года мужчина совершил наезд на водонапорную башню в поселке Черногубово, также нетрезвый. Тогда в дорожно-транспортном происшествии пострадал он и его пассажир. Водитель доставлен в территориальный отдел полиции, автомобиль эвакуирован на охраняемую стоянку.